Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Виктор Радл. И вновь старый жилой фонд Одессы и опять обрушение здания. На этой неделе уже второе. На этот раз ЧП произошло на Молдаванке. Часть стены в парадное здание на Картамышевской, 14, рухнула во вторник в 8 часов вечера. По счастливой случайности мужчина, выходивший в это время из дома, не пострадал. Подробнее в репортаже Дарьи Черкашиной. Во вторник в 8 часов вечера жители дома по адресу Картамышевская, 14, почувствовали содрогание стен. Большого значения этому регулярному за последние 3 года явлению жители не придали, пока стена в парадной не стала падать. Упала парадный вход, кусок стены, который уже давно висел. То есть его все видели, все время осторожно возле него ходили. Но вчера уже пришел пик этого момента, и он просто упал. Просто чудом парень, который прошел мимо, сразу рядом за ним упала эта стенка. На место происшествия оперативно прибыли коммунальщики и спасатели, сотрудники газовой службы и милиции. Из дома были эвакуированы 4 семьи. Здание опечатали и запретили жильцам ночевать в своих квартирах. Правда, кроме апартаментов в виде бывшей ленинской комнаты в местном ДЭЗе, 10 эвакуированным одесситам ничего толкового не предложили, сетуют люди. Естественно, в ленинской комнате с инвалидами, с маленькими детьми сидеть на табуретках до утра никто не захотел, как мы. И они все развернулись и уехали. Причем прислали службу газовую, которая тут же, через полчаса после того, как они уехали, начала резать газ. Когда у нас включены комфорки, плиты, газовые котлы. Перекрывать газ жильцы аварийного дома запретили. Сорвали табличку «Вход воспрещен» и около часа ночи разошлись по своим квартирам. Правда, не отдыхать, а для того, чтобы через интернет сообщить о своем несчастье общественности. В среду утром на место ЧП прибыли присланные ЖКСом строители и поставили под падающие стены деревянные подпорки. Однако без капитального ремонта, возмущаются люди, здание не спасти. Еще в 2011 году в муниципалитете обещали провести тут ремонт и даже выделили на это 64 тысячи гривен, рассказывают жители дома. Деньги таинственным образом исчезли, а ремонт одесситам так никто и не сделал, сетует Татьяна Мухина. В 2012 году я стала беспокоиться по поводу того, что нет результатов и нет ремонта. Стала писать дальше. И вот когда уже пошло письмо к Януковичу, видимо, оттуда какие-то движения все-таки были по проверке. И нас быстренько включили в титул капремонта уже на 2012 год. Тоже есть бумага соответствующая. Хотя без указания суммы. В 2012 году нам тоже никто ничего не собирался делать. Теперь же им обещают провести капитальный ремонт весной текущего года, рассказывают жители. Однако зима еще не закончилась. И сможет ли дом противостоять стихии и полностью не обрушиться, остается большим вопросом для всех его обитателей. Что же касается ситуации с домом по адресу Черноморского казачества 71, то здесь решение одесских властей оказалось вполне предсказуемым. Специалисты НИИ проект реконструкции сделали следующее заключение. Аварийный флигель дома подлежит капитальному ремонту. Сотрудники ЖКС «Пересыпский» и специалисты проектного института ознакомили жителей аварийного дома по адресу Черноморского казачества 71 с результатами обследования технического состояния здания, говорят одесситы. Им сообщили о том, что флигель старого дома будут капитально ремонтировать. В среду утром подрядная организация начала работы по укреплению фасада здания. То есть для предупреждения выпадения оконной перемычки каменной кладкой заложили оконный проем первого этажа. К стенам, чтобы не падали, поставят деревянные подпорки. И можно жить. И еще один тревожный адрес. Греческая, 46. Здание – памятник архитектуры. Но охранный лист не уберег и этот дом от разрушений. В любой момент его жители могут остаться без крыши над головой. Подробнее в репортаже Ольги Целоусовой. Более полувека семья Забурцевых проживает в центре Одессы в доме номер 46 по улице Греческой. Дом старый, памятник архитектуры. На первый взгляд его обитателям можно позавидовать. 4-комнатная светлая квартира, обзорные балконы, конечно же, высокие потолки. Кто бы отказался жить на таких квадратных метрах? Но это только на первый взгляд. Стоит зайти в квартиру, и впечатление резко меняется. Потолки в комнатах падают на голову жильцов с завидной регулярностью. За последние 8 лет, рассказывает Валентина Заборцева, таких случаев было с десяток. Всему виной крыша, которая давным-давно прогнила, уверена одесситка. Крыша протекает? Не то слово, протекает. Я понимаю, крыши вообще нет. Понимаете? Все поломано,
все переломано, ну, я вам говорю, что течет дождь, мы спим под дождем. Валентина Николаевна вместе с дочкой и внучкой ютятся в гостиной. Говорят, там безопаснее всего. Еще осталась площадь, пригодная для жизни. Передвигаем кровать с одного места на другое, и все. А как спасаться? Ну что делать? Даже мелкий дождик оборачивается катастрофой для обитателей старого дома. А когда снег тает на крыше, и вовсе людям приходится подставлять под дыры тазики и ведра. Это вы поставили такие вот приспособления, да, чтобы вода не падала, не лилась на пол, правильно? Да, но это бесполезно. Это дело в том, что внизу под домом живут, это вся вода идет к ней. Жалуются соседи, да? Не то слово жалуются. И ходили тоже везде, и в ЖЭКе. Приготовление пищи для семьи Заборцевых занятие не для слабонервных. Заходишь на кухню, идешь к газовой плите. Во-первых, бьет током, потому что лужи стоят. Угу. Снизу от лампочки. И потом на голову тебе что сыпется. Отскакиваешь, конечно, и всем кричишь, чтобы никто не выходил на кухню. Соседи снизу говорят, что уже не удивляются потекам на своем потолке. Понимают, Валентина Николаевна не виновата. Крыша прогнила, ее необходимо отремонтировать. С четвертого этажа нам протекает все сюда. Там стоят и ведра, все стоит, но тем не менее не хватает этого, и между ее ведрами вот так вот все протекает, и столько времени, и сегодня то же самое. Валентина Заборцева обращалась за помощью во всевозможные коммунальные инстанции, но ответ был один – денег нет, помочь ничем не можем. Делаю я ремонт за ремонтом, бегаю я в ЖЭК, но все это бесполезно. В течение 10 лет я как бы одежурила в ЖЭКе. Приходила в 8 утра, когда собираются все мастера, и уходила там до 3-2 часов. Все думала, что как-то мне обещают директора. Приходил вот мастер посмотреть квартиру. И что он сказал? И он сказал, что ой, ужас, ой, ужас, ой, ужас, снял на мобильный и ушел. Все. Ну, то есть какой-то ремонт вам делали, чем-то вам хоть помогали за эти 8 лет? Никогда, ничем, никакого ремонта. А чем аргументировали? Вы же им задавали вопрос, почему? Нет денег. Валентина Заборцева не отчаивается и верит, что все-таки городские коммунальные службы города обратят внимание на проблемы их дома. Ведь здание непростое, памятник архитектуры, да еще в самом центре Одессы. Прокуратура города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в связи с общественным резонансом, появившейся в СМИ информации о строительстве на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Григорьевича Шевченко электрической подстанции, организовала проверку соблюдения требований земельного законодательства по этому вопросу. З цією метою прокуратурою направлено запити до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, Одеського міського управління земельних ресурсів та Державної інспекції сільського господарства в області для отримання інформації про законність відведення земельної ділянки в районі обсерваторії та наявності у забудовника дозвільної документації на проведення будівельних робіт. У разі виявлення порушень вимог чинного законодавства прокуратура вживатиме відповідних заходів реагування. Напомню, что в начале месяца съемочная группа нашей телекомпании сделала серию репортажей о том, что в парке Шевченко появилась строительная техника, а прямо посреди зеленой зоны рабочие устанавливают забор. Обнаружить опознавательные щиты с информацией, для чего огорожена строительная площадка и кто будет вести работы, не удалось. Пятно застройки раскинулось недалеко от аттракционов и в непосредственной близости к обсерватории. Что предполагают одесситы, свидетельствует о начале строительства подстанции Морозлиевская, которая еще на стадии обсуждения вызывала массу споров, возмущений и пересудов. Окончательная точка в этом вопросе не поставлена до сих пор. С документами тоже ясности нет. Точнее, полный их пакет так и не был публично обнародован. Особое возмущение горожан вызывает выбранное частной структурой Облэнерго место для строительства. По словам одесситов, возведение подстанции в зеленой зоне нанесет непоправимый ущерб зеленым насаждениям и парку в целом. Напомним, что депутаты, входящие в группу «Будущее Одессы», в свое время на одной из сессий горсовета передали городскому главе более 40 тысяч подписей одесситов, выражающих свой протест застройки парка высоковольтной подстанции. Напомним также, что коммерсантам из Облэнерго предлагалось несколько альтернативных площадок для строительства подстанции, находящихся вне парковой зоны. Однако частная компания сочла эти варианты для
себя неприемлемыми и затратными. По данным масс-медиа Одесса, Облэнерго принадлежит российским бизнесменам, входящим в так называемую Лужниковскую группу. Центральной фигурой этой группы считается экс-вице-спикер Российской Думы Александр Бабаков. С его именем связывают также управление сетью отелей в Украине, в числе которых одесские отели «Юность» и «Одесса» на Морском вокзале. По данным пресс-службы городской прокуратуры, по окончании проверки соблюдения требований земельного законодательства при строительстве подстанции в парке Шевченко, в случае выявления нарушений требований действующего законодательства, надзорное ведомство примет соответствующие меры реагирования. Завершила работу межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств смерти в медицинском учреждении города трехмесячного ребенка. Напомним, малыш одесситки Надежды Хасан умер в отделении реанимации детской больницы 5 января. Родители обратились в прокуратуру города и муниципалитет с требованием провести тщательное расследование обстоятельств смерти ребенка. Распоряжением одесского городского головы была создана межведомственная комиссия по расследованию фактов, изложенных в обращении родителей. По итогам работы члены комиссии дали ряд рекомендаций городскому управлению здравоохранения. В частности, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц или руководителей структурных подразделений, которые допустили нарушение нормативов, стандартов и инструкций организации оказания медицинской помощи, контроля качества и объема медицинской помощи детям, а также подготовить проект решения сессии Одесского горсовета по дооснащению реанимационного отделения детской больницы номер 1 в рамках муниципальной программы «Здоровье» на 2012-2014 годы. Все материалы переданы в правоохранительные органы. Напомним, что одновременно с созданием специальной комиссии по расследованию смерти ребенка городскому голове были также переданы подписи, собранные родителями пациентов больницы в защиту врачей этого медучреждения. Из-за бюрократии одесские школьники чуть было не остались без питания. Чиновники затянули процесс подписания договоров с компаниями, которые выиграли тендер на организацию питания детей в учреждениях образования. В итоге ситуация все же разрешилась. Питание в школах будет. Тендер на обеспечение школ питанием провели еще в начале декабря прошлого года. При городском управлении образования был создан комитет конкурсных торгов. Как и положено по закону, он провел все необходимые процедуры. Торги проводили на бюджетный год. В конце декабря комиссия подвела итог. По результатам открытых тендерных торгов в присутствии СМИ были определены 6 компаний-победителей. Каждая из них получила право обеспечивать питанием определенное количество школ. В январе городское управление образования должно было подписать новые договоры с компаниями, которые выиграли тендер. Но этого не произошло. Одна из компаний с результатами тендера не согласилась и обратилась с жалобой в антимонопольный комитет Украины. Пока вопрос рассматривали, весь процесс завис. Старые договоры утратили свою силу, новые никто не заключил. В начале года питание в школах обеспечивали те же компании, что и в 2012 году, на основании временных соглашений. Ситуация разрешилась только сейчас. 30 января административная коллегия АМК по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок подтвердила легитимность декабрьского тендера. Этим решением была поставлена юридическая точка во всей истории. 5 февраля одесские чиновники наконец подписали договоры с компаниями, которые займутся обеспечением школ питанием. Так что теперь одесские школьники без еды не останутся, по крайней мере в этом году. Первая и до недавних пор единственная в Одессе хозрасчетная поликлиника, что на улице Жуковского, находится на грани закрытия. Об этом обеспокоенные сотрудники предприятия сообщили журналистам на пресс-конференции. Медики обратились к городским и областным властям с просьбой не закрывать медицинское учреждение. По словам работников поликлиники, в течение всего 2012 года Одесский горисполком рассматривал вопрос о ликвидации поликлиники вследствие ее неприбыльности, с чем медики не согласны. Поликлинике 56 лет, находится на самофинансировании, самообеспечении, то есть полностью себя обеспечивает и ко всему еще отчисляют городу деньги. То бишь колоссальный опыт хозрасчета налицо. Почему его не использовать? А нужно взять просто и убрать. Работает на условиях хозрасчета и самофинансирования. Полностью обеспечивает затраты по своему содержанию, оплата труда, отчисления в бюджет, приобретение медикаментов, оплату коммунальных услуг. На протяжении 9-12 годов ежегодно уплачивалось в бюджет, пенсионный фонд около 900 тысяч гривен, в том числе местный бюджет
300 тысяч гривен. За 2012 год медицинскими услугами в поликлинике воспользовались более 28 тысяч человек. Клиническая лаборатория предприятия является одной из лучших в Украине, говорят медики. За достижения в области охраны здоровья граждан трудовой коллектив поликлиники награжден почетной грамотой Кабинета министров Украины. При всем при этом в городском управлении охраны здоровья уверены, поликлинику нужно, если не закрыть, то реорганизовать. Игорь Шпак настаивает, город ничего не получает в бюджет от хозрасчетной поликлиники, а наоборот, предприятие является должником городской громады. В результате там деятельности за несколько последних лет, в силу определенных обстоятельств, это предприятие не перечисляла половину суммы дохода от аренды в бюджет города. На данный момент долг предприятия перед городом составляет 200 тысяч гривен, говорит чиновник. Однако коллектив поликлиники отрицает все долги и обращается за помощью к городскому главе Одессы Алексею Костусеву. Многоуважаемый и глубоко уважаемый Алексей Алексеевич, вы так нежно и трепетно относитесь к каждому деревцу, каждому кустику, по сохранению экологии и ландшафта нашего любимого города, чтобы сохранить это все одесситам. Почему такое невнимание, жестокость, безразличие к многочисленному коллективу медработников, специалистов, к судьбам 95 человек и их семьям, если готовы ликвидировать поликлинику и выбросить на улицу людей, забрав помещение? Почему используется искаженная информация о якобы нерентабельности предприятия? Решаться судьба городской хозрасчетной консультативной поликлиники будет на ближайшей сессии городского совета. В городе Раздельное погиб сотрудник транспортной милиции. Трагический случай произошел 5 февраля вечером. По словам очевидцев, милиционер забрался на вышку антенну телефонной связи и спрыгнул вниз. По пути в больницу мужчина умер. Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел на Одесской железной дороге, 23-летний погибший милиционер работал инспектором роты патрульной службы. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Был ли это несчастный случай или суицид, установит следствие. Топ-тема социальных сетей последних суток – телефонное мошенничество. В ночь на 6 февраля сотни одесситов стали жертвами мошенников. Сценарий аферы был примерно один и тот же. На мобильном телефоне раздается звонок, определяется номер, а когда человек берет трубку, то в динамике лишь играет музыка, а потом со счета исчезают деньги. То же самое происходило, если человек, не успев ответить, перезванивал на незнакомый номер. Суммы сгорали разные, рассказали в соцсетях одесситы. У кого исчезало 10-15 гривен, а у других все, что было на счету. В милиции отмечают, в последнее время в городе участились случаи так называемого телефонного мошенничества. И несмотря на многочисленные предупреждения, люди все равно попадаются на удочку авантюристов. Если говорить о профилактике преступлений, то хотелось бы остановиться на таком виде преступлений, как я его называю, мошенничество по телефону. Вот. Как оно происходит? На телефон стационарный или мобильный потерпевших поступает звонок, в основном это вечернее время, и звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов, либо прокуратуры, и сообщает, что кто-то из ваших близких, родственников попал в беду, то есть совершил ДТП с пострадавшими и виноват в ДТП, либо совершил какое-то правонарушение, подрался. Естественно, люди пытаются выручить из беды родственников и готовы пойти на любые предложения мошенников. И только когда деньги переданы, связываются с близкими и понимают, что стали жертвами мошенников. К сожалению, говорят в милиции, это не единственная схема телефонных авантюристов. И второй вариант такого же преступления – это по телефону преступники представляются банковскими служащими и получают от потерпевших сведения, которые позволяют им впоследствии снять с банковских счетов потерпевших деньги, пользуясь локальными сетями. Чтобы не стать жертвами злоумышленников, нужно незамедлительно звонить в милицию. Это позволит правоохранителям оперативно отреагировать и задержать преступников с поличным. Кроме того, если на мобильный телефон приходит информация сомнительного содержания, лучше лишний раз перезвонить в службу поддержки оператора мобильной связи. Особенно это касается рассылок о проведении акций и получения выигрышей, где абоненту необходимо куда-то перезвонить или написать.
Согласно социологическим исследованиям, только 27% одесситов доверяют милиции. Половина горожан не знают своего участкового инспектора в лицо. Для того, чтобы повысить показатель доверия одесситов к правоохранителям и предупредить правонарушения, в феврале-марте этого года участковые в рамках операции «Визит» должны посетить всех жителей своего участка, познакомиться, вручить им визитки, рассказать о графике приема граждан. Основная цель мероприятия – повышение имиджа милиции в глазах населения. Головна ціль, щоб була інформація про дільничного інспектора міліції. Це його прізвище, ім'я, телефони, місце прийому громадян та часи прийому та дні. Звичайно, я хочу вам засвідчити, що ці встановлені дні прийому громадян, які встановлені наказом 550 МВС України, вівторок, четверта, субота, вони вже на протязі 10 років незмінні. Це для того проводиться, щоб громадяни вже привикли до цих днів. Правоохранители планируют в ближайшее время изготовить более 700 тысяч визиток участковых инспекторов, а также выпустить серию буклетов с полезной для одесситов информацией. Здійснити поквартирні та подвірні обходи громадян, зручення візитних карток та зазначених пам'яток, як не стати жертвою злочину. У ході проведення заходів відвідати за місцем проживання одиноких осіб похилого віку з метою попередження вчинення злочинів та інших правопорушень стосовно них. В ході прес-конференції говорилось і о дефіциті кадрів. Сейчас на одного участкового приходиться более 2000 одесситов. Ми запрошуємо на роботу в органи внутрішніх справ, на посади дільничих всіх громадян, які спроможні по своїм діловим та моральним якостям працювати. Для успешной борьбы и профилактики правонарушений необходимо взаимодействие жителей и милиции. После новостей в программе «Тема дня» начальник сектора участковых городского управления внутренних дел Вячеслав Ташматов об особенностях работы участкового инспектора и о готовности горожан сообщать о нарушениях законов. Однозначно люди больше обращаются к милиции, то есть они требуют отстаивать свои права. Они требуют, чтобы исполняли, как положено, свои обязанности те должностные лица, в том числе и органы внутренних дел. То есть и надо отстаивать свое. Если ты подал заявление, уже иди до конца, не говори, что я написал, а вы там разбираетесь. Такие тоже бывают заявители, что я написал, а вы там... Все-таки должна быть ответственность из заявителя тоже. Конечно. Бесспорно, вино – один из самых любимых и благородных напитков в мире. Еще Пифагор писал: «Для того, чтобы жить долго, приобрети для себя старого вина и старого друга». Во всем мире чтят традиции виноделия. Южная Пальмира не стала исключением. С 7 по 9 февраля 2013 года в Одессе на Морвокзале пройдет уже ставшая традиционной для Украины 13-я международная специализированная выставка «Вино и виноделие», организованная компанией «Экспо Юг Сервис». О том, как идет подготовка к празднику вина, в репортаже Ольги Целоусовой. Выставка «Вино и виноделие» обещает стать настоящим событием года. В программе выставки мероприятия как для ценителей вина, так и для специалистов отрасли, виноделов и энологов. Виноделы смогут подобрать для себя на выставке новейшее оборудование для производства, сохранения и оформления винных напитков, а также всю необходимую литературу для обогащения своих знаний. С 7 по 9 февраля впервые в Одессе пройдет винный дегустационный шоу-рум «Wine Expert 2013». В течение трех дней в формате шоу гости выставки смогут обучиться винному этикету, искусству выбора и дегустации вина. Шоу-рум Wine Master – это возможность всем посетителям нашей выставки побывать на дегустациях, ознакомительных дегустациях, которые дают возможность им познакомиться с определенной категорией различных вин. Каждый шоу-рум это будет направлен на различные виды винной продукции. Сопоставить вкус, аромат, цвет вина с тактильными какими-то ощущениями, которые могут у них быть вызваны тем или иным напитком. То есть это очень интересное мероприятие, которое действительно заслуживает внимания и его стоит посетить. Я приглашаю всех. На выставке будут работать лучшие виноделы, сомелье, винные критики из России и Украины. Это Анатолий Малиновский. К нам приезжает известный критик из винный критик из Москвы Игорь Сердюк. К нам приехал уже и участвовал в наших предварительных программах и будет на выставке Игорь Померанцев. Это известный винный критик, проживающий сейчас в Чехии, автор многих книг о вине. Все эти люди будут работать на выставке, это будут творческие встречи. Посетителей выставки ждет еще много сюрпризов. К примеру, дегустация вин, изготовленных виноделами-любителями. А их, как известно, только в нашем регионе множество. Так что одесситы первыми смогут попробовать и оценить продукт, которого пока нет на полках магазинов. Это большая экспозиция
аматоров Одесской области, и к нам приезжают гости, впервые большая экспозиция виноделов аматоров Закарпатской области. Очень интересные вина, очень интересные образцы. Это не будет массовых дегустаций, но тем не менее они смогут дать попробовать, чтобы люди могли понимать, что и в Закарпатской области сегодня виноделие процветает. А в рамках выставки также состоится эногастрономическое шоу от шеф-поваров одесских ресторанов. Это новый ресторанный тренд, в рамках которого гости смогут сами создать и оформить идеальную гастрономическую пару – блюдо плюс вино. Кроме того, приятный сюрприз ждет и выпускников Одесской национальной академии пищевых технологий. Компания «Экспоюг Сервис» организовала встречу выпускников разных лет. Проблемы качества и развития винопроизводства будут также обсуждаться в рамках традиционного форума виноделов. Мы вошли в ВТО, и у нас по некоторым показателям, по некоторым тактическим подходам к перечню качественных показателей не все, может быть, совпадает. Поэтому в формате таких научных дискуссий обсуждаться, как все-таки правильно определять качество вина, какие основные показатели должны превалировать в том, чтобы мы могли адекватно, аналогично с западными образцами сравнивать нашу продукцию, которая, на мой взгляд, является не хуже, а может быть даже по некоторым показателям лучше, чем некоторые западные вина. Не скучно будет и ценителям искусства. Одесситов и гостей города ждет удивительная фотоэкспозиция «Фотовинтаж 2013. Фан-арт ценителей вина». Итак, с 7 по 9 февраля двери выставочного зала морского вокзала открыты для винных ценителей. Организатор выставки – компания «Экспоюг Сервис». В Одессе разыскивается Денис Михайлович Стрижел, с 1980 года рождения, уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области. По предварительной информации, пропавший мужчина 25 января 2013 года приехал из родного города на заработки в Одессу. 27 января в последний раз звонил матери, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особые приметы разыскиваемого. На вид 35-36 лет, рост 176 сантиметров, худощавый. Телосложение. Глаза карие, густые брови, на голове имеется лысина. Злоупотребляет спиртными напитками. Может быть одет в камуфляжную куртку и штаны зеленого цвета, черную шапку, ботинки. При себе имел черную сумку. Всем, кому известно местонахождение пропавшего, просьба позвонить по телефонам 798-11-61, 727-34-67, 727-38-17 или обратиться в ближайшее отделение милиции. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и всего вам самого хорошего.